Мне предлагают это говно купить. Прикинь. Эй, козлы. Надеюсь, это не то же, что я думаю. Да пошли вы все в задницу. Оба при том-то. О. Новые зомбики, прикольно. Надо убить 50 зомби. Ладно. Not problem. Та-та-та-та-та-та-там. Забавненько, слушай. Не, ну разные локации, конечно. Может и прикольно. Чем-то. Да, зомби идут, идут. В курсе. А теперь мы делаем вот так вот. Ну, они все так аборигенов представляют, как-то хреновые аборигены. В частности, выглядят они хреново как-то. О, блин. О, блин, о, блин. Давай-ка я так поставлю. Порациональнее, безопаснее будет. Блин, выживаю только на двух цветках. На двойном цветке, считайте, и на солнце. Это надо править как-то. Цветок рожай давай. То, что бы я хотел. О, блин, еще и волна большая идет, вообще зашибись. Вовремя, блин, ядрить. А, не, нормально. Там вроде не такой сильный идет. Так, все, закрыли. Фу, успел. С этим надо что-то делать, дяденькой. Оборзевшим корень. Ой, жрет камушек здесь, гадина. Здесь он им подавится. Интересную ты маску нацепил, дядя. Так, дополнительная защита. Ой-ой-ой, начинается. Шорох начинается, друзья. Торможение всех. Им, ребят, наслаждаемся огоньком. Пробитие пошло.
кое-как. Это что, еще не все? А, нет. Так, и кто у нас тут такой? Хорошо, мохнатое растение. И чего? Ох-ох-ох-ох. У меня есть мохнатое растение. Какая милота. Ага. И здесь что-то. Слушайте, что-то эвент я как не пытаюсь пройти, так и не могу его пройти. Что за фигня? Уже начинает надоедать. Где там мохнатик-то мой? Вот и мой мохнатик. Я не знаю, что это за хрень. Ну, поставим, проверим, что я могу сказать. Так, продолжаем с нашу эпопею. Да. Идут! Блин, с ними. Ну, пусть камушек погрызет. Зубки, надеюсь, обломает все. Угу. Ну, по стандарту будем сейчас развешивать, что я могу сказать. Здесь, вы думаете, велосипед смысла как-то не вижу. Хотя вот это вот пригодится. Да, скорее всего, будем делать упор сначала на оборону камней, чтобы не было мне лишних сюрпризов. Потом уже будем развлекаться. Так, этого должно вполне хватить. Давай, давай, быстрее. Отлично. Солнышко, ты где? Я тебя жду. Че, вроде твоя очередь. Ага. Успеет камушек или нет? Успел. Угрызи, дядя. Да, все по расписанию, как говорится. По чуткому ихнему расписанию. Половина и так сдохнет. Мне главное, чтобы повреждались те, которые мощные. Насчет остальных-то мне вообще как-то плевать. Тихо, малыши, тихо. Вот так вот. Ага, последняя волна, чудненько. Ага.
Ну, не так их и много придется, кстати. Ожидал я нечто большего. Я смотрю, стандартная тактика практически для всего мне уже стала. Ага. Ну ладно, летай. И чё ты мне, игра, подаришь? И... Да, блин. Фу. Все ж таки я не до конца понимаю некоторые вещи здесь. Так, слушай, знаешь что? Кажется, я понял принцип этой игры, надо посмотреть кое-что другое. Тарай-тарай-тарай-тарай-тарай. Так, а теперь меня заставляют здесь приплеиться опять, да? Не-не-не-не-не-не. Ладно, попёрлись. Чё они тут от меня хотят-то хоть, блин? Я уже не помню. Ага, блин, вспомнил, называется. Так. На, ёшкин ты матрёшкин, да уж. Вот теперь я точно вспомнил. И это мне точно не нравится. Так, ладно. Подготовьтесь к обороне, подготовьтесь к обороне. Будем, блин, готовиться к обороне, чё ж поделать-то ещё. Ну, 300 осталось, да? Конечно, надо вот так вот, скорее всего, сделать. Для эффективности. Ладно, давай попробуем. Чем будет, то будет. Если они пока начнут здесь все разрушать, я это уничтожу. Я не помню, солнышко падает? Падает, это хорошо. Так, камушек у меня уже будет. Чудненько. Так, давай-ка я сюда поставлю. А то мне эти два парня не нравятся нифига. Мне здесь много кто не нравится, ну да ладно. Давай поставим. И с ним. Что-то, смотрю, многовато прется. Ну, не сильно подрыс, это хорошо. Вообще-то странно это все. Так, давай-ка их приторможу, а то они что-то задолбали. Жрать так все. Вообще капец какой-то. Не, кукурузинки нужны по любасу. А это как ни крути. Они своим маслицем просто здесь рулят.
Посмотри, как рулят. Даже шансы не дают бедолагам. Солнышко упустил, ну, зараза. Этого делать нельзя никак. Так, время уже подходит к концу. Давайте-ка, ребята, будем быстрее с этими разбираться чудиками. Еще разок. Все, раунд мой. Такс. Я выиграл 5 непонятных хрени. Классно. Что это такое? Мне кто-нибудь объяснит вообще когда-нибудь? Ладно, у меня что-то есть. Круто. Я, конечно, очень рад, что мне дают непонятные бонусы. Да, кстати, я тут кое-что заметил. Во-первых, это пушка. Вот эти тройнички. Теперь понятно, где это все брать надо. Вишенки. Так, а ну-ка. Пушка вещь хорошая. Мне она бы пригодилась. Дай-ка я посмотрю, что у нас здесь есть для начала. Ага, стреляющийся туда-обратно, слушай. Тройняшки. Охо. Электрические. Охо. Слушай. Вот как тут надо проходить. Немножко этого, немножко того. Давай-ка попробуем. Наверное, к пиратам за пушкой. Вообще-то пушка мне нравится. Ух, ё. Мазай. Drag to mine is the location. Вот в чем прикол. Ох ты ж зараза, слушай, какая. Ха-ха. Вот это уже любопытнее становится, слушай, реально. Во-первых, давай так возьмем. Камушек. Кого еще взять-то? Кукурузу. Непременно. Но эти мне не сильно нужны. Но есть вот такая вот хреновина, которую все хотел попробовать, и все забываю попробовать. Так. Да блин, хватит. Ай, хватит. Она не хочет. Ладно, попробуй давай. Забавно. Очень забавно, я скажу. Это очень необычно. The zombies are coming. Это необычно, но очень все ужасно. Честно скажу. Насчет этого я уверен полностью. Такс. Солнышко мое, ты где? Спасибо.
Эта тележка будет сплошной геморрой, это я уже чую. Большой геморрой. Да, блин. Так, вот. Теперь можем мы его поставить. И наконец-таки, что ты такое? Вот это обалденная штука. Он может отталкиваться. Извини. Он может отталкивать. Вот это круто. Стоит, правда, дороговато. А, не прокатит. Слушай, если я таких смогу строить, ёшин и матрёшкин, да у меня вообще проблем никаких не будет тогда. Они ко мне не под... А, ну хотя да, наверное, больших-то действовать не будет. Да, вероятно, на больших действовать это не будет. Это плохо. Круто. Такс. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парарарарам. Бешеный кладоискатель. Так, по любасу этого берем. Камень берем. Огонек. Цветочек. Кукуруза. И можно вот этого замораживающего. Не то, что я жду. А хотя давай-ка попробуем кое-что другое. О, второй пошел. Вот так вот. Отлично. Шикарно, просто шикарно, друзья. А, погоди, так он еще не всех может отталкивать и не с одного раза. О-о-о, я встрял, кажется. Конечно, хорошая штука, но нет. Дядя. А ты не охренел или совсем в корень? Все понимаю. Но чуть-чуть совести-то я тоже думаю надо иметь. Неожиданно.
Ну, не так сильно неожиданно, да ладно. Но все-таки они хороши, но не всегда. Не, хотя... Территория для войны очень неудобная. Сделал-ка я попроще. У него получилось так. Вот я бы хотел знать. А ёп, ладно. Значит, здесь надо ставить двойные вот эти вот капканы. Забавно. К сожалению, эти мохнатики, они, конечно, прикольная штука, но не настолько, чтобы быть очень жутко полезной. Это-то обидно. Очень обидно. Вы смеетесь или издеваетесь? О, круто. О да. Я без этого прям жить не могу.